Дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, всем привет-привет. Хочу я вам показать вот одно такое средство. Это не реклама, мне никто за это не платит. Вот, просто я купила такое средство вот в понедельник и попробовала его. Это просто замечательное. Стоит 190 рублей. Это чистотел максимум спрей от блох и клещей для кошек и собак. Помогает он также от тараканов, помогает какие-то мухи, если вдруг у вас еще, пусть сейчас уже осень и скоро зима, но, может быть, остались какие-то мухи, комары. От клопов помогает, то есть от всяких видов летающих и ползающих насекомых, от всех-всех-всех домашних клещей, от клещей пыли. То есть вот мелкие такие клещи, их вообще даже не видно, только под микроскопом они в пыли заводятся. Они заводятся в каких-то шерстяных изделиях. И вот. Да, в том числе от моли. То есть это средство можно побрызгать, распылить в комнате, естественно, оттуда убрать животных и детей. Если, допустим, вы на ночь можете распылить во всех комнатах, закрыть там двери, а сами спать в спальне, открыть немножечко окошечко, сейчас тепло еще. Вот, а потом уже днем распылить в спальне. Вот, обработать подушки, одеяло, если у вас там какие-то клопы есть. Также от моли обработать шерстяные всякие изделия. То есть замечательнейшее средство, в том числе от тараканов. То есть где-то на третий день тараканы пропадают, если они у вас были. Просто замечательнейшее средство. Пользуйтесь. Желаю вам приятного, хорошего дня и приятного настроения, отличного даже настроения. Всего вам доброго, до свидания. Вот так вот он выглядит, вот такой вот спрей. Вот, смотрите, вот поближе вам покажу. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал. Я просто рассказываю, у меня канал про жизнь, я рассказываю про свою жизнь. То есть у меня здесь есть и кулинария, готовка есть, повседневная, различные выпечка. Рассказываю я и о шитье, и о вязании. В общем, у меня очень много-много всего здесь. Всего вам доброго, до свидания. В том числе вот рассказала, как ухаживать за животными, кошками и собаками. Инструкция там внутри есть, так что как этим всем пользоваться, я рассказывать не буду. Я думаю, что прочитаете в инструкции. Продается в обычном зоомагазине. Стоит 190 рублей. 100 миллилитров. Если больше, то гораздо дороже. Если там больше будет. Спрей чистотел. Так что всего вам доброго, до свидания, всего хорошего. Всех люблю, обнимаю.